Приветствую всех на канале Dell Foods. Сегодня заготавливаем петрушку на зиму. Для такого объема замороженной зелени нам понадобится 500 граммов петрушки, 10 зубчиков чеснока, 30 граммов соли, 30 миллилитров растительного масла, 50 граммов базилика, 1 банка 350 миллилитров и зип-пакет. Для начала я мою и просушиваю зелень на льняном полотенце. Этот объем я делю на две части. Первую часть нарезаю ножом, отрезая стебельки. Базилик я перебираю, отделяя листочки от стебельков. Петрушку, нарезанную довольно крупно, базилик и зубчики чеснока я буду пропускать через мясорубку. Конечно, зелень и чеснок можно измельчить любым способом, но у меня мясорубка мощнее, чем блендер, и я использую мясорубку. Измельченную зелень солим и перемешиваем. Не забудьте подписаться на канал Dell Foods и включить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Измельченную зелень складываем в чистую сухую банку, утрамбовываем, заливаем растительным маслом, закрываем крышкой и отправляем в холодильник, где она может храниться до 3 месяцев. Оставшуюся часть зелени нарезаем привычным для вас способом. Я нарезаю, отделяя стебельки. Листочки нарезаю примерно по 0,5 сантиметра. Нарезанную зелень я складываю в зип-пакеты, плотно закрываю и отправляю в морозилку. Вот такая красивая заготовка петрушки у меня получилась. Этот процесс занял не более получаса, но такого количества мне хватает на 3 месяца для первых блюд, овощных блюд, соусов и салатов. Не упустите время летних заготовок. Приятного аппетита и крепкого здоровья! Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим рецептом, подписывайтесь на мой канал Dell Foods «Вкусные блюда». Обожаю всем здоровья! До новых встреч!